Сейчас мы будем говорить для выживаемости, методы и интерпретация. Зачем нам нужно анализировать данные онкологической выживаемости? Это важно для оценки подходов к лечению рака, мониторирования региональных и национальных программ по контролю рака, стимулировать принятие решений и обеспечивать равенство в доступе помощи. Термин выживаемости относится к пропорции больных раков, которые живы в конце определенного интервала времени, например, 5 лет. Самые большие международные проекты в области выживаемости – это EuroCare и Concord. Мы будем переводить примеры далее. Содержание настоящей презентации. Сначала мы дискутируем, какие данные необходимы для анализа онкологической выживаемости. Мы будем рассматривать основные концепции, методы расчета выживаемости, как может сравнивать двух групп, что это значит относительная выживаемость, и будем переводить примеры из EuroCare и Concord. Данные онкологической выживаемости могут быть получены в клинических исследованиях, небольших клинических исследовательских проектах, но основной источник этих данных – популяционные раковые регистры. Популяционная онкологическая выживаемость – ключевой способ оценки эффективности системы здравоохранения в области лечения рака. Поэтому данные из вашей раковый регистр очень важны для этот анализ. Я показала уже этот пример, как надо приготовить данные из регистра для анализа выживаемости. Вы надо иметь идентификационный номер пациента, вы надо знать пол, мужчиной, женщиной, вы надо знать возраст, дата рождения, топография, морфология, стадии, витальный статус, это пациент жив или умер, и дата смерти. Все эти характеристики важны, необходимы для анализа выживаемости. Если у вас вопросы, вы можете спрашивать. Это значит начин установления диагноза. Микроскопские или немикроскопские методы, гистологические подтверждения или клиническое, или другое. Эта схема показывает жизнь человека, дата рождения и дата смерти. Вы знаете, что заболевание можно начинать несколько годов прежде диагноза. Это начало заболевания, это первые симптомы и выявления при скрининге и дата диагноза после всего этого. Время дожития или время выживаемости – это время от даты диагноза до даты смерти. Это пример для 100 больных раком. Диагнозы в период 2001-2005 году наблюдались до конца 2006 года. Это продолжительность жизни все этой пациенти. Начало исследования было в 2001 году. Все эти пациенти имеют различные даты диагнозов. Вы видите, некоторые из них были диагностицированы в 2001 году, другие в 2002. Все это происходит в реальной жизни.
они имеют различные периоды наблюдения. Они имеют различные причины смерти. Некоторые из них умерших из рака. Это CD. Причина смерти – рак. Другие умерли из другие причины. Не рак. ОД. Не рак. Другие были, потеряв период наблюдения. Статус жив-умер неизвестен. Л. Другие стали живы в конце наблюдения. И в конце исследования вы видите 30, потому что это группированы by 30 из 100 пациентов живые. И выживаемость можно, вы можно решить, что считать 30 из 100 пациентов 30%. Ну, вы увидите в следующих слайдах, что это некорректно считать так. Для цели анализа то, что происходит в реальной жизни, мы надо преструктурировать этот. Все пациенты мы приравниваем к дате диагноза. Она различна для всех, но для цели анализа мы приравниваем, и это не уже 2001, 2002, 2003 году, but первый год наблюдения, второй год наблюдения, третий и так далее. Потом мы надо изъяснить основные термины. Что это событие? Конечная точка интереса, смерть, рецидив и так далее. У нас это событие смерть. Нецензурированные случаи наблюдаются до окончания исследования. Наблюдался до окончания исследования. Цензурированные случаи нет информации о событии. Пережил окончание исследования эти живы или нет доступа к информации о статусе к окончанию исследования, они были потеряны в ходе исследования. Этот. Что это вероятность? Количественное описание того, насколько вероятно произойдет событие Э, выражается в диапазоне 0 до 1. Вы надо поделить число событий М на число всех возможных событий N в каждый год наблюдения по этой формуле. И мы рассматриваем пример. Вероятность события смерть в первый интервал считается, когда мы разделим число событий 10 пациентов, умерших в первом интервале, на те, кто на все возможные события, все, которые были под наблюдением, 100 пациентов. 10 делено на 100 – это вероятность. Вероятность события в первый интервал. По подобный начин мы считаем вероятность события каждого интервала смерти и, конечно, вероятность выживаемости – это 1 минус вероятность смерти. Когда мы умножаем все эти, мы получаем кумулятивную выживаемость. Почему нам нужно разделить весь интервал на маленькие интервалы? Почему это нужно? Это нужно, потому что с течением времени риск изменяется. Эта фигура указывает риск смерти для здравия пациента. Он постоянен с течением времени. Эта фигура указывает изменение риска в течение времени для пациентов, которые восстанавливаются после хирургического лечения. Риск
снижается, пациент оздоравливает, улучшается. Пациент улучшается, риск снижается. Это неблагоприятная картина, потому что пациент не отвечает на лечение. Риск увеличивается, пациент улучшается. И это другая картина. Вы видите, что с течением времени риск изменяется. Мы не можем считать вероятность весь период. Мы надо разделить период на маленькие интервалы. Чтобы можно оценить риск для каждой интервал. Какие методы используются для этого? Это метод Kaplan-Meier и Life Table. Если мы рассматриваем, тоже есть группа 100 пациентов, и вы уже увидели, что мы разделили целый интервал на маленькие интервалы. Это первый, второй, третий, начало интервала. Число пациентов в начале каждого интервала. В начале первый интервал были 100 пациентов, потом 10 из них умерших, остались 90. И эти цифры показаны на таблице. Мы считаем вероятность события, пропорция летальных случаев и пропорция выживших по этой формуле. Вы можно рассматривать после презентации. Но я хочу показать разницу между Kaplan-Meier и Life Table. Это в число подтвержденных риску. Kaplan-Meier считает все, а Life Table считает это. Половин из них. Тогда вы можно получите разные оценки для одной и для той же группы пациентов, используя разные двумя методами. Поэтому важно в ваш анализ всегда упоминайте программное обеспечение и всегда упоминайте, какой метод вы использовали. Это пример с пациентом с раком груди, диагноз в 2005 году, наблюдались до конца 2010 года в Болгарии. Если с использованием метода Kaplan-Meier, пятилетняя выживаемость 65%, используя метод Life Table 64. Разница небольшая, но существует. Другой пример. Когда мы хотим представить графически кривая выживаемости, с использованием метода Kaplan-Meier, она эта. Каждая степенька представляет, указывает, когда случилось событие. А когда мы используем метод Life Table, каждая степенька указывает продолжительность интервала, который мы задали. Я хочу вам обратить внимание, что всегда, когда вы представляете данные выживаемость, вы надо указать, когда диагностицированные пациенты и до каком период они наблюдались. И, конечно, какой вид рак и где это случилось. Потому что я увидела в вашей доклад, вы знаете этот доклад. В конце этого доклада опубликованы данные выживаемости.
по стадии. Но это не указано, когда были пациенты диагностицированы, до когда они были проследены, это не ясно. Это надо всегда указывать. Это. И что мы можем увидеть из этих графики? Мы можем увидеть одна годишняя выживаемость. Это. Сколько, какая доля пациентов, которые пережили один год? 89%. А что это значит пятилетная выживаемость? Это доля пациентов, которые выжили, доля пациентов, которые выжили 5 лет. Что другое можно увидеть? Мы можно видим средняя, медианная выживаемость. Это значит, сколько выжили 50% из пациентов. Это. И все эти показатели используются для описания выживаемости. Пятилетная выживаемость, медианная выживаемость. Как мы сравниваем выживаемость между группами? Это пример по пол. Пациенты меланомой, диагностицированные в этом год, наблюдались в Болгарии. Вы видите, что выживаемость у женщин более высокая, чем у мужчин. Но как мы можем оценивать, если эта разница значимая? С использованием метода для анализа выживаемости, мы можем оценить, если эта разница статистически значимая. Вы видите, что у мужчин медианная выживаемость 2 года, у женщин почти 5. Другой пример. Выживаемость различается тоже по возраст. Вы видите, что выживаемость взрослых пациентов меньше, чем молодых. И опять разница статистически значимая. Конечно, стадии оказывает влияние выживаемости. Пациенты, диагностицированные в раннем стадии, имеют хорошую выживаемость. Пациенты с удаленным заболеванием – плохая выживаемость. Да. Это сравнение пациентов провели хирургическое лечение в разные больницы. Больницы, которую лечит меньше, чем 100 пациентов, в этот пример, они имеют пониженную заболеваемость, чем другие. Все это факторы, пример, как они оказывают влияние в выживаемости. Но каждый из этих факторов, этих факторов не действует самостоятельно, они действуют одновременно. И с помощью регрессии Кокса мы можем оценить влияние нескольких ковариат на распределение выживаемости. И ковариаты – это множественные факторы, изучаемые в отношении выживаемости. В этот пример я показала, что возрастные группы, стадии и объем лечения больниц оказывают влияние выживаемости. Когда мы изучаем только показатель объем деятельности больниц, мы видим, что разница эта. А если мы оценим влияние все факторы, тогда разница изменяется. Этот показатель значит, что пациенты, которые провели лечение в больнице,
меньше, чем 100 пациентов, они имеют с 20% большой риск, чем другие. Что это относительная выживаемость? Это отношение наблюдаемое и ожидаемая выживаемость. Наблюдаемая выживаемость считается с описанные уже методы, и источник – это база случая рак. Ожидаемая выживаемость – это уровень выживаемости в группе, схожий по всем признакам с исследуем, но без заболеваний. Источник – таблица и смертности из статистических институтов. Если мы используем метод относительной выживаемости, информация о причинах смерти не нужна, нет проблем с отсутствием сертификата по смерти и все смерти в ходе исследования учитываются. Я знаю, что вы не будете считать это выживаемости завтра, но вы надо понимать, когда видите опубликованные результаты, что это значит и как вы можно интерпретируете этот результат. Пример. Пациенты с раком груди, диагноз в 2005 году, наблюдались до 2010 году в Болгарии. Я написала, какой софтуер я использовала. CP – это наблюдаемая выживаемость. CPE2 – ожидаемая выживаемость, TDR2 и относительная выживаемость. Вы видите, что пятилетная относительная выживаемость – этот процент и десятилетная выживаемость, относительная выживаемость – этот процент. Что это фоновая смертность? Онкологические пациенты имеют дополнительный риск умереть от рака сверхобычного фонового риска смерти каждого. Эта вероятность умерет в зависимости от пола в Болгарии в этом период времени. Все люди имеют определенный риск умереть независимо от диагноза. И эти данные предоставлены статистическими институтами, и они графически представляются на этом фигуре. Почему у нас нужна эта фоновая смертность? Потому что мы используем ее фоновая смертност мы используем для изчисления знаменателя релативная выживаемост. Мы считаем отношение выживаемости пациентов к выживаемости ожидаемой при отсутствии заболеваний опухоли. И относительная выживаемость важно для сравнения. У взрослых фоновый риск, кто я показала, различается 6 раз в мире у детей, более чем 100 раз. Относительная выживаемость обеспечивает честное сравнение выживаемости от рака во всем мире, потому что она подводит нас к единому точному расчету при столь различных фоновых рисков умереть во всем мире. Если вы считаете выживаемость в России, наблюдаемая выживаемость, если другие исследователи считают выживаемость в Америке, если вы хотите сравнивать эти оценки, это некорректно, потому что фоновая смертность в Америке различается от фоновой смертности в России. Вы надо корректировать наблюдаемая выживаемость спрямо фоновая смертность.
И этот метод относительная выживаемость позволяет для этого сравнения. Относительная выживаемость используется в международные проекты. И тогда корректировку этих различий принимается в самой большой детали. Стандартизация по возрасту позволяет избежать ошибку при различиях в трендах выживаемости больных раком, которая произошла из-за различных изменений в распределении больных раком по возрасту. Это пример из EuroCare 5, тренд 5-летней релативной выживаемости. Вы видите, что в Восточной Европе 5-летная выживаемость не очень хорошая, но тенденция благоприятная. Это для меланома, молочной железы, почек, кидни, почка, да. Я хочу показать, что когда мы прослеживаем тред 5-летней выживаемости, мы можем оценить эффективность деятельности, которые влияют на выживаемость. Если выживаемость увеличивается, то значит, что может быть лучший метод лечения приведен. Если тенденция не изменяется, тогда мы надо подумаем, что надо измениться для подобрения прогноза и пациентов. Это пример для детей. Острая лимфобластная лейкемия. Вы можно увидеть, что средняя для Европы выживаемость 85%. Но для Восточной Европы не так хорошая. Когда мы видим, что в других стран выживаемость лучшая, это значит, что мы можем надеяться, что мы можем достичь этой стоимости. Это пример из EuroCare 5. База данных, где вы можно анализировать для себя выживаемость с разной злокачественной новообразованием в разных стран. Выберите, имеете право выбор для возрастовой группы и проведите свой анализ. Друг пример из Конкорд. Это показывает тенденции относительной выживаемости рака кишки. И вы можно видеть и сравнивать во всем мире, что происходит. Это пример из Архангельск. Единственный район, который участвовал в это международное проучивание. Ваш коллега здесь, он может поделить свой опыт и насърчить вам тоже приготовить ваши данные для этих международные анализы. Потому что это возможно сделать. У вас наличные, всех данных наличные. Ты хочешь сказать некоторые думи, насърчить свои коллеги? Я с удовольствием насторчу своих коллег. Это действительно очень большой вызов был для нас. В русском языке такого слова нет, но оно мне очень нравится.
такого участия, я имею в виду участие в таком большом исследовании. Конкорд 2 это глобальный анализ выживаемости на 5 континентах, который был проведен центральной аналитической группой, ну, при участии многих, которые находятся в Лондоне под руководством профессора Мишеля Коулмана. Они собирали данные за 15 лет по 10 локализациям рака. И в целом набралось больше 25 миллионов наблюдений. Наверное, больше количество наблюдаемых больных для исследования не встречалось до того. То есть это беспрецедентное исследование. Ну, нам повезло встретиться с самим Мишелем. Он был в Архангельске, кстати, и лично анализировал качество нашего регистра. Я, кстати, забыл спросить. Конечно, данные нашего регистра подвергались проверке из Лондона и были признаны приличными, хорошими. Вот сейчас вышла уже первая статья. В ноябре 2014 года она была доступна в интернете, а в бумажной форме вышла в марте месяце. Сейчас собираются данные для публикации по отдельным локализациям. Вот. Мишель, да, я, когда мы только начинали... На английском языке, вот, но Мишель был бы рад вообще видеть как можно больше из России регистров, но, к сожалению, не сложилось у нас. Вот. Но я думаю, что Concord 3 будет включать гораздо большее количество регистров российских. Вот, потому что я увидел здесь действительно все предпосылки для этого есть. Спасибо. Это другой пример, как может быть сравниваться относительные выживаемости и тенденции выживаемости в мире с использованием метода для относительной выживаемости. Все это не будет необходимо, если не производит промяна в политикам лечения пациентов. Постоянная мировая учет выживаемости должен стать стимулом для политиков улучшить политику в области здравоохранения. Выживаемость меньше ожидаемой уже привела к развитию программ по контролю за онкологическими заболеваниями. Цел Международной организации контроля рака, Мировой декларации по раку в 2013 году, записано, что достигнут значительного снижения ранних смертей от рака, улучшит качество жизни и увеличит выживаемость больных. Без учета выживаемости мы не будем знать, дошли ли мы этот цели. Мы можем знать самые сложные методы, имея перфектные данные, но если они не используются для улучшения политик в области здравоохранения, они ничего не значат. Лейкемия у детей во многом излечимое заболевание, но 5-летная выживаемость еще не более 60% в некоторых странах, я показала вам. В сравнении с 90% и более в богатых странах. Многие бедные страны имеют ограниченные возможности лучевой терапии. Изучение выживаемости рака поможет определить эффективность сложения средств в это направление. Глобальное неравенство выживаемости, выявляемое популяционными исследованиями, поддерживает необходимость постоянного учета выживаемости в мире. Если вы не запомните ничего из моя презентация, вы надо помните, что то, что ваши данные надо будут использованы as much as possible.
насколько это возможно, в улучшении политиков здравоохранения. И это пример для самой главной эксперт в области выживаемости Беар Гриллс. И это моя последняя презентация, поэтому я хочу обобщить все, что я говорила вам, с использованием последний слайд из моей презентации. Вы надо помните, что и последнее, но не менее важное, моя дружная команда. Важно работать в экип. Надо создать контакты с другими, ваши коллеги, другие регистры в России, в Европе, в мире, потому что это важно для вашей работы. Обратите внимание на детали, поэтому они ваши камни в мосте. Вы надо будете, как Шерлок Холмс, издирывать самую лучшую информацию, необходимую для вашей работы. Баланс прежде всего. Вы должны принимать ограничения. Не все перфектно. Помните, идеален только Бог. И будьте смелы в вашей работе. Спасибо. Если у вас вопросы, комментарии. Надя, какую ты программу рекомендуешь для расчета выживаемости? Для относительной выживаемости? Ну... Для относительной выживаемости или да. Наблюдаемой выживаемости? И я использую SPSS и STATA. Но знаю, что... STATA лучше. STATA лучше. Но другие программные обеспечения тоже наличные. Американские раковые регистры используют... они имеют специализованный софтвер для выживаемости. И SAS тоже... Ну, это зависит от средства, с которыми каждый регистр располагает, и можно позволить какой софтвер. Ну вот SPSS, все-таки там ограничения по объему данных большие достаточно. То есть если большой регистр, наверное, не так удобно работать с данными. SPSS возможно, но невозможно считать относительную выживаемость с использованием SPSS. And, Михаил, in case you... Да, Михаил, и в случае, если вы используете вашу базу данных в SPSS или в STATA, в принципе, оба выбора неплохи. Но есть и другие программы, которые используют данные в таблицах. Так что, если у вас уже есть консолидированные данные, то есть и другие возможности по использованию программ. Например, одна из них называется EPIDAT. EPIDAT. EPIDATA – это нет, это другая. Это программа ввода данных. А вот EPIDAT, без гласной на конце, это программа, которая была разработана уже много лет назад в Испании. И... Она многоязычная, это одно из преимуществ этой программы. Они используют вот такие таблицы, сходные с теми, что были представлены уже с агрегированными данными. Весьма простая в использовании, и она генерирует массу различных индикаторов. И еще бесплатная тоже программа FreeR, но она не настолько проста в использовании, как SPSS и STATA. Но преимущество программы R это в том, что там можно
загрузить все самые современные разработки в подсчете относительной выживаемости. Я бы сказала, называла ее такой на уровне стандартов. А чего не скажешь про СПСС. То есть для этого нужна программа R. И коллеги мои еще также работают с другими видами выживаемости. Все это возможно в программе R, и она бесплатная, это тоже неплохо. Так что, возможно, ее стоит здесь промотировать. Давайте мы посмотрим в вашей группе, есть ли люди, которые умеют работать в программе, работать, и если да, то пусть они поделятся своими знаниями с остальными.